Было не так уж и трудно. Соперник много позволял играть. Моменты у нас в этой игре появились. Хоть у нас их бывает в обрез. А в этой игре нас, я думаю, поперло, прорвало. И повезло, мы хотели очень выиграть, давно не побеждали. И вот прервали эту, можно сказать, черную полосу. Повезло нам однозначно, как пенальти не забили. Я думаю, если бы забили, то совсем другая была картина. И сыгрались. Мы в каждой игре хотели побеждать, но в этой нам больше повезло. И я думаю, что в дальнейшем мы будем стараться побеждать и играть так же самое.